Honda RX 500V 2011 года. Зимой. Переключение передач, четыре колеса, два ведущих, автомат, вот, коробка автомат, ручное переключение режима. Это я уже добавлял, это обогрев ручек ставил, да, это я уже за ленту тут подмотал, чтобы, а то там резинка, которая с подогрева была, она немножко у меня там полопалась. Драйв, пониженка, задний ход, свет, дальник, ближник, включение-выключение, это переключение передач, когда ты едешь на, ну как бы, на имитации механики. Вот. Это глушитель в случае экстренного торможения, там, чтобы полностью сразу заглушить мотор. Это стартер. Передатчик, ой, тормоз задний, тормоз передний, такие зеркала докрутили. Техникой доволен. Сегодня уже 2016 год. Квадр работает на часики. Покупали его новым. Прокатку самостоятельно. Доволен. Кофры Тамарак. Отличные кофры. Себя оправдали, можно сказать, тысячу раз. Был охотник, да? Да-да-да. Он в ту сторону пошел. Может, не будем туда ехать, детки? Мы сейчас свою ему охоту испортим. А, вот он сюда свернул. Да, никакие они не замылены. Ну, тут чисто, да, здесь его не было.